Дорогие друзья, всем салют, меня зовут Раиль, это «Хижина музыканта», у нас в гостях Александр Кузьминых, гитарист из первого выпуска «Хиты на одной струне». Сегодня вторая часть, будем показывать 5 новых и классных, всем известных произведений на одной струне. Для чего мы это делаем? Чтобы вы в любой момент могли взять и на гитаре сыграть данную мелодию, если даже не знаете какие-либо там песни, да? Первая мелодия из фильма «Титаник». Как называется? My heart will go on. Нифига сложно назвать. Блестящий английский. Поехали, что ли? Вы на экране видите табулатуры, напоминаю, это циферки, которые нужно зажимать на гитаре. То есть, допустим, цифра 5, значит, берем и на первой струне зажимаем 5-й лад. Каждая цифра обозначает номер лада. А уже ритмически вы можете прослушать, перемотав назад, и понять, как мы сыграли данную мелодию, и просто за нами повторить. В первом выпуске были более легкие мелодии, сейчас второй выпуск, усложняются мелодии, и мы с вами сейчас научимся играть ту песню, на гитаре которую можно исполнить, допустим, если день рождения у вашего друга, подруги, мамы, вы просто берете гитарку и красивенько играете данную мелодию. Аккорды в песне «Титаник» такие же, как в песне «Happy Birthday to You». Аккорд А, аккорд Е, аккорд Д. Друг ваш может сыграть аккорды, пока мы играем, или ты играешь мелодию. А теперь табулатура на экране, и медленно Саша проиграет всю мелодию. Как вы поняли, следующая композиция Jingle Bells. Хоть и зима прошла, готовимся к следующему году. Разучиваем новогоднюю песенку. Первая попытка всегда жесть. Подожди, я тут вообще не туда посмотрел. Другую мелодию. Я вообще имперский марш начал играть, Мне кажется, знаешь, это то же самое, что спутать бараньи яйца и северное сияние, бля. Имперский Марс и Джингл Беллс, да? Да, очень что разные было? Вещи. Ну, самое главное, да. Крикнуть надо. То есть, если у вас не получилось, самое главное в конце вот так крикнуть, чтобы, ну... Разбавить обстановку. Да. Разбавить. Аккорд Е. Второй аккорд А. Снова Е. Аккорд B7 или H7. Играем кантри-бой, как вы заметили. Или блатной. То есть, дергаем бас, хлопок, бас, вверх, хлопок.
Кстати, если ты более глубоко и детально решил освоить науку игры на гитаре, то тебе понадобится ссылочка, которая находится в описании под видео. Переходи на сайт «Освоим гитару за 7 дней», где я тебя проведу с самого нуля до уровня, когда ты сможешь разбираться в музыке, в нотах, брать аккорды, разбираться в музыкальных терминах, играть различные виды переборов, боев, а также исполнять мелодии по нотам и табулатурам. Ссылочка в описании, переходи и изучай материал. Дальше следующая мелодия Джона Уильямса из сериала, хотел сказать, из фильма Star Wars. Имперский марш. Да, друзья, обратите внимание на аппликатуру, чтобы не гонять одним пальцем. Напоминаем, что именно чередование разных пальцев обеспечивает вам развитие этих самых пальцев. Потом девчонки будут вам благодарны. Не благодарите. Можно будет глубоко брать баре. Да, хорошо. Вот так глубоко. Да, глубоко брать баре. И сможете хорошо натягивать струны на гитаре. Да, отличный совет. Замотивировал ребят сразу. Такие, давай, показывай. Это как бы, помнишь, был такой прикол, типа, когда я жал 30 килограмм, мне бабы не давали. Сейчас я, говорит, жму сотку, и мне, говорит, так же не дают, блядь. Супер! Что у нас по аккордам? У нас два аккорда, берем первый аккорд. Соль диез минор, джи решетка эм, или ля бемоль минор по-другому. Второй аккорд е, и снова этот же аккорд. Здесь можно ракешник устроить. Дальше у нас последняя песня, она будет самой, ее все знают. Но она мега сложная, прямо ваши пальчики будут сейчас молить о пощаде. Так песня что, про черепашку. Кстати, вчера был день рождения Чебурашки. У нас сейчас садик, знаешь, как проходит? Онлайн скайп-конференция. Да? Дети дома сидят, и они вчера отмечали... День Чебурашки. Да, и там, короче, музыкальный работник играл Чебурашку. А дома? Я дом, мне делать нечего, мне скучно в до миноре. Я что-то анализ подобрал. Ну, блядь, какой-то анализ, не могу, в ля не то, в это не то. Смотрю в ля миноре, и я и начал там. Подыгрывай. Да, я, а кто там играет на втором плане? У меня сын такой же скучался сразу. У него звук слышен, да? Да, у меня звук слышен, я еще подошел специально близко. Все, уйди, мое соло. Концерт, ты все, считай, после прямого эфира, все дети твои, весь садик. Да, да, да. Я еще выиграл это. А мне сначала самые коры, сын сейчас это начал говорить: типа, подписывайся на мой канал. Но он же как бы все перенимает. Я просто когда его просил, я говорю: сын, сними меня на это. Я там в конце говорил: подписывайся на мой канал. Раз 10. Не мог эту фразу сказать. И теперь у меня, когда жена снимает сына, он всегда говорит: подписывайтесь на мой канал. Вот его нет, да? Хоть его и нет, да, этого канала. Это уже стандарт. Если ты с рождения научился говорить эту фразу, то ты уже просто обречен на успех в нашем цифровом мире. Первое слово, которое человек учится говорить, не мама, а подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Мне кажется, учите правильно своих детей. За этим будущее, да, скорее. Так, ребят, ну что, мы медленно, но верно переходим к самому сложному. На десерт мы оставили детскую песенку «Я на солнышке лежу» или песенка «Черепахи и львенка» из... одноименного мультика. Круто сыграли, нормально. Че, медленно покажешь? Да, да.
аккорды песни C, G, G7, семерочка, да, G7. То есть вместо третьего лада берем первый, снова C, снова G, 7, еще раз C, G7, C, G7, аккорды M, меняем бас на F, можно не менять аккорд C, снова D, M, G7, C. Все. Если вы хотите более основательно освоить гитару, изучить теорию и не только вот простые там аккорды, да, какие-то мелодии на одной струне, то в описании под видео для вас есть два самоучителя. Один для начинающих гитаристов с нуля, просто показываю, что такое гитара, как играть на ней, как ее держать. И второй для продвинутых. Этот курс вышел совсем недавно, в нем я показал 20 самых классных боев на гитаре, 10 видов перебора, а также как подбирать самому бой к той или иной песне. Там на примере современных песен, там Баст и Раса разобрал технику подбора боя. Ссылочки в описании. Ребята, на этом все. Будет третий выпуск. Если набираем 15 тысяч лайков, дерзайте, у нас есть очень-очень классные мелодии для третьего выпуска. Я их просто готовил неделю целую. Отобрал самые-самые ностальгические песни, от которых просто захочется вам плакать. Ссылка на канал Саши будет в описании. Он также делает каверы в стиле фингерстайл. Смотрите, изучайте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И скоро увидимся. Всем пока.